Я приветствую всех и каждый вас. С вами Бадди. Мы продолжаем проходить Сому. Мы вот из этого прекрасной дырка выпали в это прекрасный говняный жидкостный набор. И теперь, судя по всему, нам нужно попасть куда-то или вон туда, или, может быть, даже куда-то вон туда. Как это сделать? Сейчас будем пытаться понять. Но такое ощущение, что это будет непросто. Не знаю почему. Но я увидел вот эту штуку. Мне, кстати, в комментариях, спасибо человеку этому сделал, что написали о том, что это позволяет обнулить счетчик убийств. То есть, если вас чудовище схватило, как это было в прошлый раз у нас с вами, то если второй раз оно вас схватит, то будет как-то плохо. А этот как бы счетчик обнуляет. Я не знаю, что это все значит, но, наверное, в этом какой-то смысл есть. Так. Я боюсь, знаете, что здесь появится какой-нибудь водяной, типа как он был в амнезии. Мне бы этого совершенно не хотелось. Может, а он был парень неприятный. А учитывая, что он был создан этими же ребятами... Слушай, я что-то вообще не врубаюсь, куда мне надо пойти-то? Ну, какая-то дорога, в принципе, тут есть. Я просто не знаю, насколько она правильная. Пошли посмотрим, что здесь. Мне кажется, здесь тупик. Нет, что-то есть. Что-то есть. Здесь не пройдем. Я надеюсь, что все ужасы были в прошлой серии. Опять? А что так много-то? Так. И такое ощущение, что рубив эту кнопку, я включу поднимание потока водяного. И таким образом я, скорее всего, смогу попасть, наверное, вон туда. Или вон туда. Но в любом случае, так как это надо сделать, давай. Значит, моя задача сейчас максимально быстро добежать до выхода из этого коридора и максимально быстро понять, куда мне надо. Бегом, бегом, бегом. И, блядь! Ёпарасатая, ёбу! Ой, блядь! Нихрена себе, вот это подстава. Вот это меня подставили. Я прошу, конечно, прощения, если я матерился. Я сейчас не помню уже, но я был напуган. Я совсем другой сценарий представлял. Подловили меня, падла, падла, подловили. Благо я в скафандре. И мы опять, господа, под водой. Я водяной, я водяной. Хорошо, давайте продвигаться дальше. По крайней мере, мы куда-то выдвинулись. Я, если честно, думал, что мы нас застрянем в той трубе на подольше. Я думал, что нужно будет на восходящем потоке в одну дверь забежать, успеть там. Ну, что-то наподобие того. Ребятушки из Frictional Games просто сказали: Бадди, на тебе леща. Напугал, я думал, он что-то меня побежит. И мы с вами снова под водой, и опять... Мы, кстати, по-моему, с Тета ушли, если я не ошибаюсь, если память меня не изменяет. Теперь мы идем на Омикрон. Так, и что из вас Омикрон, и что это такое вообще? В принципе, такое вот... Какие-то капсулы, которые, судя по всему, можно отцепить. Что-то произойдет, да? Давай пробовать. Отказ питания. Где сделать так, чтобы питание согласилось с нами? Уговорить питание, можно сказать. Такое ощущение, что мне нужно будет и все отцепить, и тогда что-то произойдет. Но для начала нужно это что-то запитать. Что-то еще есть там. Давай сначала посмотрим вот на эту прекрасную станцию, маленькую, небольшую. Не знаю, насколько длинная игра, но мне кажется, мы за экватор-то должны были уже перевалить.
Кстати, я совершенно случайно, может быть, для кого-то проспойлерю, кто-то меня за это наругает, но я совершенно случайно узнал, что у игры лишь одна концовка. И что? Ну понятно, нам нужно обновить наш чип. Судя по всему, это будет, конечно, наша точка, да? Угу. И что весь тот моральный выбор, который я, кого мы делаем, никаким образом не повлияет. Блин, я что-то сейчас, по-моему, запутаюсь. Ну давай, теребонькаем. Понятно, нет давления, да? Ну понятно, сначала обнови чип, чудак, а потом уже манипулируй с этими прекрасными предметами. Мне как бы намекают на это, ладно? Запоминаем, это будет наша, ну, одной из конечных точек, я так понимаю, здесь мы включим питание и потом уже будем отсоединять эти всплывающие баллоны. Очень много мне пишут комментариев по поводу того, что эта игра ближе, наверное, к Machine for Pigs, нежели к оригинальной Амнезии, так что там светится что-то там. Мне показалось или светится? Робот. Робот, что с тобой надо сделать? Ладно. Опять эта штука. Ну я не вижу смысла ее нажимать. Сохранялку уже она не дает. Ну давай нажмем, может быть здесь что-то за мной туда бегать будет. Хотя если ваша логика, да, что он обнуляет счетчик убийств, смертей, то какой смысл? Меня же до этого нигде не могли убить. Не, ну могли там убить это чудище, но это же совсем надо быть глупцом, чтобы они тебя зацепили. Так, оттуда я пришел, да? Что-то вот здесь меня интересует. Мне нужно обновить свой чип. Обнови свой чип. Если снова выбираешь меня, обнови свой чип. И последи холодно. Так, не падать. Так, туда падать глубоко, туда падать нелегко. Другой вопрос, надо ли туда падать? I don't want туда падать. So let's go to this door. Надеюсь, сюда-то меня хоть пустят. Да ладно. Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Christ, Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, are you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones! Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Oh, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Понятно, вообще никуда не могу попасть. Что за беда бедовая? Это наводит меня на очень, ну, очень нехорошую мысль, господа. Наводит меня на мысль, что нам все-таки нужно туда спускаться. А это наводит меня на мысль, что я зря использовал ту обнулялку. Это причина, что здесь могу расшибиться. Так, господа. Ты капитан просто очевидность. Ты просто, мать твою, капитан очевидность. Тихо, тихо. Не ссыковать, не ссыковать. В любой непонятной ситуации не ссыкуй. Так, вон там что-то есть проход, да? Можно здесь спуститься. Ну, это один хрен нам сюда. Ну зацепись. Здесь все такое пропитано ржавчиной, что любой шаг может быть последним. Ты что, издеваешься надо мной, что ли? Смотри, реально надо мной издевается. А кого ты мне предлагаешь, сюда, что ли? Господа, я боюсь, но мне придется сделать этот выбор. Что мне это дало? Я бы даже сказал, что мне это дало. Я не понимаю, куда мне? Есть ли смысл сюда идти вообще?
По-моему, нету. Господа хорошие. Вот в этой игре периодически реально непонятно, что делать. То есть есть большая цель, да? Пройди хрен знает куда. Что называется, цели туманные, средства еще более туманные. Здесь мы никаким образом не проберемся. Да попробуем подняться, что могу сказать. Может быть, тут что-то будет. Хотя я сомневаюсь, честно говоря. Что-то походу я застрял. Мне, наверное, наверх надо, да, скорее? Да, вон там еще один ход есть. Вот, по-моему, лестница. Это лестница? Да хреновая эта лестница. А вот это? По-моему, я где-то видел лестницу наверх. Вот это нет. Господа, я официально заявляю, что я ничего не понимаю. Назад я уже не пройду. Давай осмотримся. По-хорошему я вот здесь, наверное, мог бы подняться. Нет. Не получится. Ладно, ребят, вернемся тогда, когда я что-то найду, потому что сейчас пока я буду тупить. О, я эту кнопку не нажал, что ли? Переслив, необходимо открыть клапан и включить насос. О, по-моему, я что-то правильно сделал. Вот что я неправильно сделал, я просто кнопку не увидел. Дурака кусок. Здесь все правильно, да? Здесь все правильно. А вон там еще у нас кнопочка есть. Да, вот теперь все заработало. Слушай, так вот, я уже здесь был. Так сильно затупил. Вот что я должен был сделать. А я попёрся раньше времени туда, куда не надо. Ну, в этом весе. Все равно не пашет, да? Все равно не пашет. Ладно, пойдем сюда. Куда-то же мы попадаем. Здесь, вероятно, мы сделаем и обновки, и все остальное. Блин, был уже в этом месте. Но не нажал кнопку. Это же глупо, да, согласились, да? Ну. Знакомимся, давайте знакомиться, я Бади. Я иногда так делаю. Чувак, тебе не очень хорошо, да? Вот, в принципе, и поговорили, да? Catherine? What? There you are. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. Trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it? You got nothing? Good luck. Thanks. Ну, ты поговорили, да? Спасибо большое. Kath, how are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human. It's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well.
I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Все поговорили? Кэт, да что ж ты будешь делать-то? Why do you think I was made? Why would this AI, the WoW, bring me here? I don't think we could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Ладно. В принципе, общаться можем и дальше. Так, Catherine, мне это не нравится уже. Are we alive? That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. Just figured there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. The world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Что я должен сделать, кто мне скажет? Чтобы вниз ушло или чтобы наверх пошло? Так, значит, здесь я уже сломал. Я должен понизить или наоборот повысить, кто мне скажет? Давай все включим на он. Отстой. Все вернулось на круги своя, да? Сюда не идет, да? Я так понимаю, должно прийти вот сюда каким-то образом. Да, надо, чтобы осталась энергия, и при этом сигнал дошел. Ну, я так понимаю. Ладно. Это будет не быстро, но я все равно разберусь рано или поздно. Поэтому опять же вернемся, когда я все сделаю. Ну, видите, как я быстро разобрался. А вы говорите, тупой, тупой. Я еще могу. Uber, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. Can do, that's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. He must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Так, нам нужно узнать код снятия блокировки. Вижу. Что это за звук сейчас был? Are you hearing that glitched noise? Yeah, what is that? Отсюда звук идет. Сейчас кто-то со мной будет общаться, кто-то страшный. Did you do that, Catherine? What? Never mind. Так, у кого-то включен, у кого-то отключен. Я не знаю, насколько это критично. Ну, давайте запомним. О, как много всего.
Очень много обновлений. Обновление включает черные ящики. Стандартное расширение. Ну, это для инженеров, опять же. Я же никаким образом не могу с этим манипулировать. Это дата, и это не... Каким образом не... Кода. Правильно? Я кодов не вижу. Вот это только похоже. Ну что, 7877 только если. Ну запомним 7877. 7877. А это что? I think I solved it. Solved what? Why do I get the feeling that we just got lured into the back of a van? What are you talking about? 1050. Давай попробуем 7877 или 1050. Других вариантов я не увижу. Давай 1050 сначала. Да? Оттуда, надеюсь, никто не выйдет. Omicron retracted the quarantine shutters. Lockdown canceled. Something wants us to come inside. And we want to go inside. What's the problem? Come on, let's get going. Проблема в том, что иду туда я, а не она. Она-то в коробочке сидит. Ладно, давай вот эту нажмем на всех случаях, другого варианта не будет. Фух, так вот, я, по-моему, не договорил, я не помню почему, но у игры одна концовка. Независимо от того, что я делаю. Поэтому все, кто говорит... Кстати, я здесь не больше. Все, кто говорит, что я зря убиваю робота-людей, вы не правы. Это только чисто для... какого-то собственного морального определения, но никак не для концовки. Так, что-то я в любом случае нашел. Так, Адаму Галаске приказано как можно скорее прибыть на Тету, срочно. Гаск, я пытался узнать, что происходит, но мне ничего не говорят. Я знаю только, что они постоянно спрашивают, умер ты или пропал. Видимо, что-то их напугало. Лучше уж тебе их послушаться, Херби. Только за этой записулькой мы сюда шли. Так, а там, кстати говоря, нам придется опять включить воду, да, чтобы давление нивелировать и чтобы я смог снова выйти. Но выход открыт, поэтому можно все отключать. Другой вопрос, кто нас туда запускает? Если там очередная меня какая-то гада ждет. Так, здесь я не выйду. А если вот так? А, вот, наверное, вот сюда надо, да? Да. Блин, а для чего тогда все-таки тот вход? Тот, помните, вот с этого люка, где я с вами шарился по ржавым выступам и по ржавым прогнившим лестницам. Для чего-то же он нужен, в принципе. Не просто же он так. Ладно, сейчас проверим. Надеюсь, никто здесь за нас гоняться не будет. Потому что не хотелось бы. О! Робот ожил. Привет, мой друг. Ну ладно, вроде. Доброе, я в первую очередь сбегаю к этим капсулам. Мне кажется, что я что-то с ними могу сделать. На что это повлияет, не знаю, но попробуем. Так, атлантическая сеть. Ну понял. Это просто сетки с различного рода видами рыб. Чтобы сохранить виды, да? Звездочет европейский. Ну да. Короче, ни одной рыбы здесь нету. Можно посмотреть, но ни одной здесь нет. Я уже предвкушаю. Ну, очень много разных различных видов. Я не ихтиолог, поэтому особого интереса для меня это не предоставляет. Ладно, мы идем дальше. Но в то же время помним про тот люк. Для чего-то же он нужен, в принципе. Скорее всего, я через него выйду потом. Здесь что-нибудь сейчас заблокируется. А выйду я через него. Ну, так, просто мое предположение. Отлично, сейчас пройдет слив. А мы пойдем дальше. Мы пока посмотрим, что здесь. Омикрон, нанокс. Мне это, честно, ни о чем не говорит. Особо карта не особо полезная. Так, механическая неисправность. Вопрос с другим входом. Поняли, да, в чем смысл? Ну да, я так и думал. А мы уже знаем, где вход. И вот он нам и пригодился. Сейчас бы, если кто туда не пошел, то а где может быть другой вход? А мы-то с вами уже знаем.
Ничто в этой жизни не проходит бесследно. Поэтому мы молодцы. Мы его уже проведали. Я в прошлый раз здесь был, такого не было, пацаны. Давай-ка завязывай. Быстрее. Ненадежная конструкция, ей нужно покидать. Выйду я, скорее всего, через главный вход. Все, заходим. Нас тут уже с вами ждут. И здесь, я так понимаю, нас ждет очередной адский кобздец. Ну, в предыдущей серии, честно вам скажу, я нормально так поднапугался. Кстати говоря, для тех, кто считает, что я зря сравниваю эту игру с Alien Isolation, я не сравниваю с Alien Isolation по тематике, там, космос или еще что-то, я сравниваю по геймплею, что нас запирают на определенном пространстве с угрозой... с угрозой попасться в лапы монстра. И надо манипулировать с разными рода с микросхемами, компьютерами, чтобы каким-то образом найти выход. Если вы мне скажете, что это не похоже, то я с вами дико не соглашусь. Я, конечно, понимаю, что Alien Isolation, разработчики Alien Isolation очень много черпали явно из Амнезии, из обеих частей. И... потому что Амнезия — это такого рода родоначальник хорроров, вот именно с манипуляцией с предметами. До этого я не могу сказать, что были хорроры, где нужно было собственными руками открывать дверь, собственными руками вентилить вентили. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Манипуляция с физикой, если все в таком роде. Ничего интересного. Ну, кроме помех, ничего. Мне не нравится, что у них у всех оторваны головы. Так, контентмент FB, а здесь что? У меня явно сюда. А здесь явно я должен буду в конце что-то сделать. Давай посмотрим. Ой, как мне это все не нравится. Ой, как мне это все дико не нравится. Здесь ничего интересного, с чем можно было бы манипулировать. И здесь входа нету. Так, полное блокирование станции. Отмена на терминале комнаты погружения. Ну, судя по всему, в комнату погружения мы идем сейчас с вами. Хорошо. Так, робот Repair Bay, Dispatch, Containment, Dive Room. Мне в Dive Room. Кто там уже куролесит? Кто тут уже в Dive Room куролесит? Вроде никого не вижу. Ну тот, что здесь кто-то есть, 100%. Как пить дать. Гидрофоникс. Я буду заходить везде. Этого какого хрена, what the fuck was that? Мало того, что он меня не пугал, это раз. Он меня как бы предупредил. Это меня напоминает черных из метро 2033. Согласитесь? Ладно. Разберемся. Пока он меня не жрет, я его почти люблю. Блять, да уйди ты от меня, что ты прикопался-то ко мне, чудак. На букву М. Здесь над ним какие-то эксперименты, что ли, делали? Мы там внизу были, ребят, вы помните, да? Сюда мы не пройдем, лабораторию. Пошли в Dive Room. Ой, что-то какое-то затишье перед бурей, ребята. Medical Bay. Медицинское крыло. И здесь уже все похоже на то, что здесь придется прятаться. Очень на это похоже. Ладно, это какой-то новый вид монстера. И пока не знаю, как против него бороться. То есть предыдущим я примерно уже понимал, что как, но они не повторяются, да? То есть каждый новый вид монстра, каждый новый способ поведения моего и его поведения. То есть за ним нужно следить. Так, здесь не пройти. А что там еще что-то было?
хранилище. Что вы тут в хранилище для меня храните? Это больше похоже на комнату, где можно спрятаться. Да, именно. Ни больше, ни меньше. Ну, может быть, я сюда еще и прибегу. Ладно, идем. Пока идем по коридору, да? Особых вариантов у меня нет. Это единственный проход. Длинный коридор. I don't like длинные коридоры. Здесь что-то сейчас будет. Куда бежать, куда податься. Сзади никого. Спереди никого. Сзади никого. Спереди никого. А здесь... Па-бам! Тут тоже вроде как-то не особо страшно было до этого момента. Тихо, кто-то там есть, пацаны. Пацаны вообще, ребята. Так, мне отрезали дорогу назад. С одной стороны, это хорошо. У меня рука затекла просто, если честно, что-то руку как-то неудобно на мушке держу. Так, а с другой стороны, вроде не так страшно, как кажется. Пока, по крайней мере. Разобранный омнитул. Энергокостюмы проверенные, готовы. Ковчеги. Оператор. Ничего интересного. Просто список заданий. Мы это руководство уже читали. Мы читали его в том кабинете, где, помните, пытался запустить этот прототип. И после которого, кстати, начались довольно-таки неприятные последствия. Ну, по-моему, в прошлой серии было. Сейчас уже не вспомню. Так. Да вроде никого страшного тут нету. Так что прям уж бояться. Да, здесь комната сканируем. Но кто-то здесь, так назвать, они какие-то незваные гости все равно присутствуют, да? Слышите шепотки, вот ощущается чье-то присутствие. Так что сейчас узнаем. You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. But Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Так. Запустилось, да, все? Да хорошо или плохо? Наверное, хорошо. Так. Здесь можно push the button. Ничего не происходит. Почему? Странно. Ну, здесь что-то есть у нас. Сейчас главное, чтобы он не повернулся. Помещаем себя в новый... В новое тело. Там кто-то был. Nice. I found one of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby. See if you can boot it up. Понимаете, да? Вы просто находите мертвое тело. И вам в него надо вселиться. Работка не из легких. Не из приятных, как минимум. Так, подожди, это капсула ABCD. Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed.
Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The wow won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here, if that's okay. I'll be back. Так, теперь нам нужно найти кучу предметов, а находится он явно где-то здесь. Ладно, давай посмотрим. Так, там что-то открылось или мне... Ага-га. Не открыли мне дорогу, сволочи. Давай посмотрим, что еще в этом меню есть. Я не особо понимаю. Какие-то три живых тела, что ли? Если я правильно понимаю, плюсики. Наверное. Так, ну почитайте, это в основном теоретическая информация. Как бы, кому интересно, почитает. На паузе. Хорошо. Так, давай посмотрим, что здесь. Ну понятно, сюда я выйду только тогда, когда я уже буду в энергокостюме. Сейчас мне нужно добыть все для этого энергокостюма. Ладно, пошли. Другой вопрос, мне кажется, сейчас уже просто не будет. Потому что там этот дядька, который... Нам нужно все прекратить. Аккумуляторы, энергочип и гель. Где все это блинство искать? Кто мне скажет? Вы хоть для меня это все подсветите? Так, это не работает. Я не знаю, где это все искать, но пошли. А, вон тут что-то открыли. Кстати, мы были в хранилище, но в хранилище ничего не было. А вот еще одно хранилище. Да, мы в нем были. Как понять, что здесь что? Вот бы все в одной коробке лежало, вот бы классно было. Здесь все закрыто. Здесь тоже. Здесь вообще ни энцефалочипом, ни гелем, ничем не пахнет вообще. Вообще ничем не пахнет. Двери все откроем на всякий случай, хотя плохая идея, если убегать от кого-то придется. Я даже не знаю, где это все искать. Да что ты начинаешь-то опять свои вот эти прикольчики-то? Приколист. Я серьезно вообще не представляю, где это все искать. Так, больше голов. Обнаружен необычный пассивный атлантический большеголов. У него очень необычные костные наросты, которые, скорее всего, мешают восприятию. Я занес рыбу на станцию, чтобы изучить ее, но она перестала двигаться и умерла. Когда я вытащил ее, чтобы изучить труп, рыба внезапно ожила. Она дергалась несколько минут, и я решил вернуть ее в аквариум. Рыба сразу же начала биться о стекло и разбилась до смерти, прежде чем я успел ее вынуть. Дерби и Олдик обнаружили, что именно эта рыба мешала работе зонда Лумар на глубине около 900 метров. Это черный центрофлов длиной 150 сантиметров, но он выглядит так, будто сросся с какой-то другой рыбой, может быть акулой. Таких жутких мутаций мы еще не видели. Очевидно, что наше положение становится все хуже и хуже. У мутации есть какая-то причина, и это уж точно не радиоактивная осадка, как говорит Арвари. Мертвец, найденный этим утром в подъемнике, был опознан как Росс. Кстати, вот он с нами сейчас разговаривал. Психолог ИИ, работавший на Тау. Я даже представить себе не могу, что могло произойти там, в бездне, и, честно говоря, совсем не хочу рисковать своими людьми, чтобы это узнать. Если команда Ковчега еще жива, в чем я сильно сомневаюсь, им придется как-нибудь подать нам сигнал. Мы на нем будем спускаться просто из любопытства. Ладно. Так, мы находимся... Он психолог, поэтому он мне на мозг кидает. Так, на верхнем уровне что-то есть. Снятие, дождите завершения диагностики. Вот подлица.
Что-то он там сам себе делает. Мне главное, чтобы какие-то двери открылись, которые до этого были закрыты. То есть и нижний, и средний, а верхний уже было, да? Какая-то беда. Я не понимаю, что должен сделать. Давай разберемся. Я должен из одного места прийти в другую. Обнаружен отказ. F3. Причина перезагрузка системы. Это какой-то солитер. Я должен замкнуть систему, да? О, аллилуйя. Блин, когда много попыток сделаешь, кажется, не так уж и сложно. Надо просто, чтобы система замкнулась. И все, больше ничего. Больше ничего не требуется. Так, теперь у нас есть доступ в те места, которые были закрыты. Так. Там такое ощущение, что лифт какой-то, да? Да, здесь придется долго бродить. Давай смотрим сначала здесь все. Мы что ищем? Мы ищем гель. Еще какие-то штуки. Штуки-дрюки всякие интересные, не очень. Здесь, походу, ничего интересного. Здесь кого-то бомбануло. Кто-то немножко вырыгал все. Все, что ж кушал до этого. Так, там было что-то, что... Нет, там, по-моему, ничего не было. В любом случае, проверим. Ну, тут наверх. Проход. Блин, далеко. Давай туда вернемся попозже. Много носиться придется здесь. Очень много. Ой, не туда пошел. Что-то бегаю, как укушенный в одно место. Там все было открыто. Да, там все было открыто. Давай здесь что-нибудь поищем. Комп не пашет. Мертвые мышки. В коллекцию только если взять. Хотя не очень-то бы хотелось бы. Здесь еще одна эта прыщавая гелевая субстанция. Так, это к чему? Это я сделал? Я не хотел. Я не хотел, я не специально. Блин, ну хоть одну да, штуку бы какую-нибудь найти. А то пока что-то вообще не... Вот, по-моему, что-то нашел. Так, вот они образцы всяких каких-то кальмаров. Желтый полосатик, там что-то все, янтарная рыбка. Но ничего нужного для меня, вот в чем проблема. Совершенно. Совершенно ничего для меня нужного. Какого хрена я тогда сюда пришел? Уж реально лаборатория, я ничего не нашел. Это не есть гуды. Я даже что-то как-то... Такое ощущение, что я что-то пропустил, наверное. Ладно, пошли дальше. Сука, пугал ты меня, нехороший человек. Пошли посмотрим, что здесь. Эти появления из ниоткуда.
сканируют меня, делают мою 3D-модель. Подошел. Так, ну здесь-то явно что-то должен найти. Опа-на. Кто-то домылся до такой степени, что у него отпала голова. Так, это все не нужно, это все не нужно. Я хочу побыстрее собрать нужные вещи. Мы тут реально экспериментировали с этими массами. Ничего интересного, в принципе. Если вам это о чем-то говорит, структурный гель. Не совсем идеально, схема. Кроме структурного геля, ничего полезного я тут не увидел. Мышка. Наружка. Ну что, такое ощущение, что он живой. По-моему, я нашел. Бляха, цандаликов, здесь ничего не дается так просто. Совершенно. Закрылась, да, к тому же? И у нее лопнула башка. Печально. Ладно, давай смотри, что здесь. А вот здесь ремонт, да? Все, ладно, у нас есть то, что отремонтировать можно, это уже хорошо. Так, давайте читайте на паузе, потому что мне время поджимает уже, и я хочу побыстрее до сохранялки серию закончить. На паузе читаем. Я потом почитаю при монтаже. Это, кстати, интересная информация, поэтому советую почитать обязательно. Просто сейчас не до этого. Что-то я там напаял себе, сам себе. Не совсем понятно, что да как тут надо делать. Это мышка. Ей подсоединили какие-то электроприводы, ну... Да-да-да, сейчас у нас получится. Это нужно, не нужно? Вроде нет. Я же взять не могу? Не могу. Соответственно, закрываем. Давай перемещать дальше. Вручную, да, надо это делать? Стопы. Мне кажется, я делаю все правильно, господа. Что-то одно из трех мы получим прямо сейчас, наверное. Получилось? Вроде получилось. Структурный гель, ну, короче, чинит все. Все, что вы туда, все, что на него положите. Лично, что-то у меня есть. Что это, я не знаю, но это гель, да, судя по всему? Это можно обратно взять? Нет, да? Ладно, по крайней мере, одно из трех у нас есть. Почему-то у меня такое ощущение, что последнюю из трех вещей мне будет очень тяжело достать. Ладно, отсюда уходим. У нас есть еще как минимум одно место, которое можно проверить. Как минимум еще одно место. Это там, где мы на лестнике, помните, поднимались? Так, было это... Отвали, ты меня не пугаешь. Ну давай расскажи, что именно, давай побазарим. Не хочешь, видишь, базарить? На моих условиях базарить не хочешь. Пошли, значит, сюда. Так, верхний уровень мне вообще не нравится. Он не очень... Не очень уютный уровень. Да, тут опять какая-то канитель. Ладно, пошли сначала туда, куда можно. Ой, сколько мертвецов. Понятно. Очень интересная информация.
Хоть один мне что-нибудь расскажет, интересно, нет? Ну вы понимаете, почему помехи? Потому что они мертвы. У них тупо нету никакого разума. Ладно, сюда мы тоже войдем только по прошествию чего-либо. Здесь походу будет подобная какая-то же загадка, да? Здесь все закрыто, здесь все закрыто. Давай. Да ладно, просто так? Без всех условий? Я не поверю. I don't believe this anymore. Так, здесь они кушали. Давай смотреть. Ну, как-то он покушал так, что аж все мозги у него остались на ноутбуке. Это, знаете, о чем говорю, что нельзя смотреть YouTube во время того, как кушаете. Вот так вот закончите, вот как он. Когда я кушаю и разговариваю, и слушаю, да? Так, здесь явно ничего интересного. Да, пустовато. Наверное, комп его несет какой-то смысл, смысловую нагрузку. Johann Ross was found dead on climber this morning. The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johann Ross. No traces of the ARC team. Cameron, Eames, Lansky, all studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda S. The WoW has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johann Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. Delenda Est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Интересненько. Ладно, здесь, походу, вообще ничего интересного. Кроме опять вот этой прыщавой твари. Зачем их так много? Мне кажется, у них какая-то другая логика, чем... Есть, конечно, смысл в том, что мне в комментариях написали. Ну, во-первых, вырубается свет, это раз. Везде, где мы это делаем. Положительного эффекта я, по крайней мере, пока не наблюдал ни одного. Так, сюда не зайти, это очевидно. Хранилище. Хранилище явно может быть что-то полезное. Вот эта штука, например. Почему у них никогда нету ничего в хранилище? Все, что мне нужно, обязательно нахожу. Где-нибудь не там, где это должно быть найдено. Так, сохранялка. И слава богу. Здесь мы эту серию заканчиваем. А раз и сохранялка, значит будет что-то очень неприятное. И следующая серия, вполне ожидаемо, может быть похлеще предыдущих. В этой серии больше исследования, больше... сюжета, больше диалогов, аудиозаписи и все в таком роде. Омикрон. Продолжаем по нему путешествие. Посмотрим, что будет дальше. С вами был NBitPlay. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока.